Привет, дорогие друзья, с вами вновь Владислав. И сегодня мы с вами продолжим изучение темы «Как же управлять компьютером без помощи мыши?». В первой части я вам показал простейшее волшебное сочетание клавиш, которые могут вызвать те или иные функции. А сегодня я вам покажу, как полностью переключить управление вашим компьютером на клавиатуру. И я уверен, что вам это пригодится. Итак, поехали. Переключаем ваш компьютер полностью направление с клавиатуры. Для этого необходимо вызвать меню «Пуск». Нажимаем клавишу Windows с изображением окошка. Кто помнит, в первом уроке также было сочетание Ctrl плюс Escape. Здесь нас интересует центр специальных возможностей. Вот он. Уже выделены. Нажимаем Enter. И действуем только клавиатурой. Стрелочка вниз. Нас интересует опция облегчения работы с клавиатурой. Enter. Здесь настройка управления указателем. Enter. Включить управление указателем мыши с клавиатуры. Как тут поставить галочку? Для этого нужно нажать клавишу плюс на цифровой клавиатуре. Вот галочка есть. Опускаемся ниже. Здесь оставляем все опции. Наибольшая скорость стрелочки влево-вправо. Вот. Ну, примерно как у меня. Выставьте. Чтобы перейти на строку ниже, нажимаем клавишу Tab. Здесь также действуем клавишами влево-вправо. Ну, примерно так же выставьте. И дальше опять нажимаем клавишу Tab до того, как кнопка OK внизу станет синей. Вот она есть. Нажимаем Enter. Подождем немного. Опять нажимаем клавишу Tab в этом окне до того, как клавиша OK будет синей. Оп, синяя. Нажимаем опять Enter. Все. Теперь компьютер наш управляется полностью с клавиатуры. Значит, для того, чтобы двигать указатель мыши, справа на вашей клавиатуре есть цифровые клавиши от 1 до 0. И, как правило, вот клавиша 4, стрелочка влево. Вот видите, курсор влево поехал. 8 вверх. 6 вправо. Можно по диагонали перемещать. 9. Ну, в принципе, все понятно, как джойстик работает. И давайте теперь с помощью клавиатуры закроем это окно. Значит, левая кнопка мыши, теперь у нас клавиша 5 на цифровой клавиатуре. По центру она расположена. Медленно, конечно, получается, но когда мышь не работает, иного выхода у нас нет. Нажимаем клавишу 5. Все. Окно у нас закрылось. Также, видите, по экрану можем двигать. Давайте еще покажу, как работает теперь правая кнопка мыши. На примере, допустим, окошко проводника. Сейчас вызовем проводник. Он расположен внизу. Перемещаемся аккуратненько. Опускаемся вниз. Нажимаем 5. То есть я все, повторяю, сделаю с клавиатуры. Мышью я не пользуюсь. Ну, давайте на какую-нибудь папку наведу, и мы вызовем контекстное меню правой кнопкой мыши. Но теперь пользуюсь только клавиатурой. Выделим папку вот эту превьюшки. Значит, правая кнопка у нас это вот такой вот значок на клавиатуре между клавишами Alt и Ctrl. Нажимаем. И, пожалуйста, перед нами аналог правой кнопки мыши. Сложного ничего, как видите, нет. Опять нажимаем 5. И это меню у нас ушло. Ну и в конце закроем это окно. Или можем закрыть по комбинации клавиш, которую я вам показывал ранее. Это Alt F4. Давайте я ей и воспользуюсь.
Все. Теперь компьютер управляется ваш с клавиатуры. Как видите, все очень просто. И иногда это очень нужная будет вам функция, когда мышь вдруг начнет дурить и выйдет из строя. У вас в трее появится значок. Сейчас я вам его покажу. Вот он. Управление указателем с клавиатуры. Вот и все, дорогие мои. Я думаю, что это довольно просто. Заканчиваю на сегодня. С вами был Владислав на проекте «Компьютер для начинающих». Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. И пока-пока.